На Украине следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета выяснило, что бомба, заложенная в машине, была приведена в действие с помощью мобильного телефона. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на взрывотехников. Установлено также, что мощность взрывного устройства равнялась примерно 600 граммам тротила. Эксперты сейчас изучают все вещественные доказательства. К расследованию по просьбе украинских властей подключились сотрудники американского ФБР. Количество версий увеличилось теперь их 6, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, личные мотивы, а также покушение на руководителя «Украинской правды» Алену Притулу, чьей машиной пользовался журналист. Вместо его гибели в Киеве сегодня люди приносят цветы и свечи. Объявлено, что прощание с Павлом Шереметом состоится завтра в украинской столице, а похоронят его в субботу на родине в Минске.